Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Ирунчик. У меня были кабачки, я думала, что приготовить такого, и решила сделать наподобие лечо, но не на зиму, а чтобы кушать сейчас. Значит, морковь и лук нарезаю. Я морковь нарезала кружочками, лук, ну, полукольцами, так как он был большой, можно сказать. И на низком огне буду слегка тушить на подсолнечном масле. Далее крупно нарезаю сладкий перец. Также добавляю в морковку с луком. Когда они немного потушатся, я добавлю томатную пасту. Подробное описание ингредиентов будет под видео. Затем кубиками нарезаю кабачки и добавляю нашу массу. Хорошенько все размешиваю и сверху добавляю помидоры, натертые на терке, без кожуры. Закрываю все крышкой, газ делаю самый низкий и даю тушиться где-то приблизительно час. За 5 минут до окончания приготовления я добавлю чеснок, выжатый через чеснокодавилку, сахар, соль, и в конце, когда выключу, уже добавляю уксус. Остужаем, ставим в холодильник. Вот такой легкий, простой рецепт, но очень вкусно получается. Попробуйте. И напишите в комментариях, кому понравилось. Ставьте пальчики вверх и не забывайте подписываться. Всем огромное спасибо!